Всем привет-привет! Продолжаем снимать игру Lightyear Frontier. Это у нас выживалка. Ну, тут выживать, в принципе, не надо. Тут, наверное, больше как строительство. Строительство, какое-то вот исследование мира и так далее. Короче, очень красивая, красочная игра, интересная. И я играю, как обычно, не один, а с Романом. Да, всем привет. Ваши веселые фермера на месте. Сегодня мы будем покорять этот мир, посмотрим что-нибудь посмотрим интересное. Вот, и, ну, собственно, давай начинать. Давай начинать. Так, у меня горит почему-то, что я должен сесть в робота. Так, у нас уже вечер. Я предлагаю, давай еще раз быстренько поспим, чтобы наступил день. Давай. Найти дополнительные ресурсы. О, смотри, эффекты. Зоркий глаз. Вы можете найти дополнительные ресурсы в дикой природе. Строите украшения рядом с домом, чтобы повысить его уютность. Стройте больше большие дома, чтобы получить больше эффектов уютности. Нам нужно что-то построить. О, давай построим, чтобы уютность была больше. Что-то можно еще построить? Ну, можно. Но я вижу, тазик поставил с этим. О, ты говорил, что сундуки не без... Тут есть указатели. Знак, чё, на котором чё, можно писать самостоятельно. Самому. Тут есть знаки, где можно ставить что-то. Ну, типа, не ставить, блин. Писать, короче, на них можно. Тазик, я тоже поставлю тазик. Мне а ты себе поставь... Лагается. А зачем ты еще одно ведро поставил? Чтобы больше было. Думаешь, оно что-то еще больше даст? Да. Так, мне нужен масло. А что у нас масло? О! Кислый корм? Ничего себе. Кислый? Да, там появился новый кислый корм. Нам, давай начнем с того, что нам нужна алюминиевая рама. Нужно. Алюминий. Ну сейчас я хочу просто улучшить уют дома, чтобы, я так понимаю, новый уровень был, чтобы мы хорошо выспались. Вот. А как его улучшить? Ну ты вот поставил... Ты нажми на него, и там будет типа показано. Сколько осталось еще? На дом прям. И видишь, написано 0. А, ну вижу 0, да. Вот сейчас увеличился. И вот надо еще увеличивать. Поставь себе почтовый ящик. О, белевая веревка, точно. Ну, потому что я себе поставил. Так подожди, оно же, вот, наверное, вот эти линии, оно, наверное, и как бы и означает, что это украшение там привязано. Так оно уже было привязано. Да? Зачем еще? Ну ладно. Тогда все, давай спать. Я могу что делать? Так, могу сделать. Оп-оп. Забор? Думаешь, забор это типа украшение? Он, по крайней мере, так написано. Ну-ка, давай посмотрим. О, да, реально. Эффект зоркий глаз у нас теперь появился. Класс, ложись спать. Давай тогда ложиться, посмотрим, что это нам даст. Выключить фонарь. Какой руками? Пора поработать. Ладно, за работу, сон. Что? Это он тебе сказал так? День 5. Нет, этот наш робот, ну, я не знаю, кто, диспетчер наш. А мне ничего не говорил. Нет ничего лучше. Может, сегодня что-нибудь посадим? Хорошо, когда грядки не простаивают. А что у нас все посажено? Что она обманывает-то нас? Ё-моё, тут накидали маслица. Так, надо корм сделать. Корм, говорю, надо сделать. Я сделал корм. А, ты хорош корм? Это... я пойду вот алюминий с тебя беру. О, алюминий вырос, да, опять? Да, он, видимо, в дождь. Как раз вот возобновляемый, это и есть алюминий там. А кто нам вот этот зоркий глаз дает? Я пока не понял. Ты его понял? Нет. Я пока никаких изменений, кажется, что не вижу. О, вот тут алюминия, ни хрена себе. Нормально вырос, да? Я уже 3 штуки собрал. Я тоже уже собрал нормально. Пойдем. Пойдем, наверное, построим. Дальше пойдем. Я предлагаю прийти покормить тех змей. Хорошим. Змей? А там я еще видел всякие типа штуки, поэтому. Ну ладно, давай. Мы еще, кстати, в прошлой серии собрали капусту. Капусту предлагаю тоже посадить, если у нас. Ну, надо грядки туда посадить.
Ну, либо отдельную грядку построить, кстати ну, да. говоря. Так, я делаю тогда решетку, да? Алюминиевую. Да. Алюминиевую раму. Сколько? Давай две пока сделай, да? Подтвердить. А их там сколько надо? Их а я не знаю. Две надо. Пускай пока будет две. Их нужно 4 для улучшалки и... А сюда просто и алюминий. Да. Мы сначала улучшалку делаем? Ну да. Да, посмотрим, что там дает. Так, а я пока попробую посадить капусту. Чё-то я не понял, она что, у меня есть алюминий? А, да, все есть. Так, поливать не надо. О, кстати, дождь не надо поливать. Прикольно. Ого. Я депо сделал. И что, и что, и что, и теперь как-то сюда взаимодействовать? Не знаю, не знаю. О! Ой, а что? Теперь вот туда идешь и там что-то делаешь. Так. О, ничего себе, посмотри. Давай я сейчас освобожу. Охренеешь, все можно сделать. Вот, вот, мне кажется, вот неудобно здесь будет торговый пост, потому что тебе вот надо в бок, как будто будет выходить. Ну, и... ты давай представь его такая пока. Да, я согласен, неудобно. Ну хотя мы на него все равно еще ресурсы не потратили, разместим сейчас. Ну вообще, как мы на него скинули ресурсы, я не знаю. А у меня сейчас... Ё-моё, модификации. Правая да, нога, смотри. Левая нога, рука. Так, земледелие, сбор, проходимость. Ни хрена себе. Хватит мне тыкать в лицо этой платформой. Да я изучаю. О, объем инвентаря можно увеличить, кстати, очень полезная штука. И вакуумный сборщик мощность увеличивает. Увеличение мощности вакуумного сборщика позволяет засасывать устойчивые сорняки. Вау. Шланг. Так, что это такое? Блин, шланг для полива. Всплеск. Во время использования шланга для полива зажмите, чтобы накопить энергию и чтобы сделать всплеск. Может запускать большие водяные сферы, которые попадают на несколько лунок одновременно. А, понятно. Ну, поставим. Объем. Увеличение мощности. Позволяет смывать устойчивую слизь. Понятно. Это что? Мышка может целиться 9 лунок одновременно. О, первое, короче, можно сажать сразу 9. Если первое прокачать, то можно будет сажать сразу 9 семечек. Ни хрена себе, прикольно. Мощность ускорителя, скорость бега увеличена. Ну тут у нас таких ресурсов-то еще нету. Мы можем как раз вот только пока прицел семечку увеличить. Шланг для полива мы можем сделать. Это мы можем сделать, это уже не можем сделать. Шипастая пила. Увеличение мощности шипастой пилы позволяет разбивать устойчивые материалы. Во, это, кстати, тоже очень полезно. Алюминиевая деталь нужна, но это очень дорого, короче. Ладно. Это надо фармить будет. Я предлагаю, знаешь... О, у меня есть, оказывается, побег красного креселька. То есть мы его можем посадить, чтобы это... Так, это... А что, ты себе что-то прокачал уже? Или там пока еще недоступно ничего? Ну, там ресурсов маловато. О, я отсоединил у себя руку. И что, и что? А как сломать то, что мы сделали? На N, на H нажать. H? Да. Я не могу сломать себе робота. Не, я хочу вот веревку сломать, но я не могу ее сломать. Вот то, что я построил, как сломать? Ну, ты нажимаешь на B и нажимаешь на H. H. У тебя там написано режим переработки. Все, окей. Так, спасибо. То есть ты еще тебе ничего не улучшал, да? А, ну, там... а тут ресурсами надо, прикольно. Да, да. А для чего тут нужно отсоединить? Тут я его могу отсоединить. Тут появилась хижина! Роман! Где? Какая хижина? В этот зайди, увидишь, что? Там хижина. О,
Нихрена себе. Ага. Ну, это заявка на то, чтобы построить эту хижину. Подожди, получить улучшение в депо нам нужно. Депо. А, и построить площадку для торговцев. Медные провода, алюминиевые детали. Так, у меня здесь 9 кормов. То есть, в принципе, мы можем... Ну, типа, там, по-моему, 5 нужно, чтобы накормить. Ё-моё, тут, смотри, цены какие-то еще есть. У нас денег ноль. Так вот, я еще говорю, что тут какие цены, как будто мы что-то можем продавать. Так у нас, да, мы же построим... Мы же построим эту штуку, которую ты... Куда ты ее спрятал, я только не знаю, куда ты ее спрятал. Вот она, тут стоит. А, ты ее туда спрятал, окей. Ну, она как будто бы не относится к нашему, ко всему делу. Ну да, да, да. Ее отдельно поставить. А, мне еще знаешь, что интересует? Тут как будто бы... Вот специальный какой-то мостик, как будто бы на другой стороне что-то должно быть. Где? О, а тут и правда что-то есть там. А там же локация, по-моему, другая. Да, там другая локация. А. Пошли сначала пойдем красные хри... Пошли лучше... Ну, блин, или давай с алюминием закончим. Ну, а что нам сосновый этот алюминий искать нам нужен. А мы же его... Ой, я завалился. Мы его для чего ищем? Ну, во-первых, улучшение сделать. Во-вторых, нужно там... Типа еще что-то построить, вот этот рынок. Ну, площадку ладно, для торговца построить, да, вот. Так, а ты, что ты думаешь, хотел еще покормить надо... покормить змей. А ты да, я взял. Да, да, я взял. Пойдем. О, я нашел, иди ко мне. Я уже за тобой бегу. Блин, так прикольно по стеклу стекает. Что-то нашел. Вот. А, о, нихрена. И уже... О, смотри, сколько здесь. Блин, я опять упал. Ты меня поднимешь? Сейчас. Давай. Бегу. Бегу, брат. О, спасибо. Так, попытка номер 2. Я пока алюминия... Очень много алюминия нашел здесь. А я тогда красный... Давай собирай. Как раз не можем собирать. Надо улучшение, да? Да, надо улучшение, чтобы поставить было. Ну все, давай тогда алюминий собирать, чтобы улучшение сделать. Чтобы сделать. О, у меня уже перегрузка, прикинь. Давай, я тогда этот соберу. Я побежал да, домой. Ты давай. Собирай алюминий. Тут много алюминия. Я, может, пока улучшение сделаю тогда себе. О, еще алюминий вот здесь вот. Сейчас я тебе точку поставлю. Я не знаю, как я поставить. Залежал угля, еще нашел. Вот я поставил точку, где алюминий. Интересно, а где это самое? Я хотел спросить. Где мы будем использовать уголь? Уголь? Ну, какие-нибудь печи, наверное, будут. Печи. А, ну, в целом, да, поверь, что-то. Звучит как лен. Так, алюминий я собрал. Я там пометил на карте тебе еще алюминий. А я вот только что собрал, кажется. А, ну все, тогда есть у тебя перегрузка, давай домой. Алюминий тяжелый, как будто. У меня 40 килограмм еще свободно. Жесть, а у меня все. Почему у меня так много? Нет, так ты напал, конечно, на алюминий. У меня камней 34 штуки. А нахрена ты их собрал? Я вот, знаешь, что вот у меня правило, прежде чем идти в рейд, надо все. Не, я собрал камни просто, я собирал их. О, капусту нашел. А да. Ты видишь, что я собираю или нет? Наверное, нет. Нет, не видишь. Тут капусту я нашел. Так, вот чтобы прокачать немного. Пилу, что мне нужно сделать? Пилу прокачать. Нужно алюминий детали. Так, значит, чтобы алюминий что, уже детали... Да. А нам, наверное, не обязательно спать, да? Потому что я не вижу ничего такого. Масло резины нужно, все, я понял. Всё, масло ой, резины готовится. Резинники, точнее. Оп,
Пу-пу-пу-пу. Как будто так смешно заваливается, конечно. Ага. Как будто пьяный. И покатился. Да-да-да. И покатился такой. Блин, масло-резинники надо. Перегрузка. Что там можно? Камень, наверное, выложу просто. Камень. Уголь выложу. Окаменелый жук. Это я туда, наверное, к устрице положу. Это ты. Эй, а ты что семена резинники положил не в тот сундук? Какой? Жесть ты, конечно. Че я туда положил? Не туда ты положил? Я точно помню, что 29 у нас алюминиевых стержней, охренеть. Ой, я какой-то алтарь жертвоприношения нашел. Да? Подожди, пока ничего не цикл, я тоже хочу посмотреть. А тут ничего нельзя, он просто... А, просто? Круглое что-то. Так, а чё? А, это я синий. Блин, надо масло-пресс еще один купить, я считаю. Ну поставь. А его обязательно надо ставить рядом с палаткой с этой, или... А я не знаю. Там обособленно, может быть, установлено. Да, я думаю, что пофигу. Так, я вообще-то ищу алюминий, но вообще-то я его не могу уж найти. Как будто бы... А, всё, знаю, я понял, для чего нам спать нужно. Для чего? Чтобы ресурсы восстановить. Ну да. Блин, 5 деталей надо сделать, охренеть! Сейчас я тебе, Роман, тоже сделаю. Ну, я тут пока изготавливаю. А, ты этот? Да, я тут. Давай. Повышенная производительность. При создании предметов в этом сооружении могут получаться дубликаты. Вау! Я буду дерево собирать. Мне кажется, для хижины нам нужно будет дерево. Я тебе сейчас скажу, что нам нужно для хижины. 25 древесины, 4... Нет, нам нужно алюминий больше. Древесин 25 надо. У нас древесины... Ну да, древесины у нас маловато. Можешь собирать. Ну, я вот как раз 24 собрал. Сейчас туда 25 возьму. Так. На пляже какие-то штуки каменные спят, что-то крабушек кормить могу его. Ты можешь поспать лучше лечь, а то уже ночь. Ну давай. Сейчас приходи, прибегу. Поспим давай. Так, а почему не... А, резинника кончилась у нас, нам нужно резинника. У нас же есть семена, можем еще посадить? Мы можем, но я вот собираю еще по пути. А делаю. Капусту ты тоже хотел, да, посадить? Да, я уже посадил пару штук, но я сейчас еще собрал, еще посажу. Так, а я что, тогда... Я больше грядок сделаю, чтобы у нас... Кажется, я уже рядом. А капуста нам что, нужна куда-то или ты просто просил? Ну, не знаю. А, может, обычно и нужна. Ну, типа, ее же надо тоже. Так, сейчас посадим. Посадим сейчас. Так, капуста. Пак. Удобно, когда дождь идет, не надо ничего плевать, классно. А ты думаешь, нам столько нужно грядок? Нам резинники нужны, чтобы делать масло резинники. У нас дерево кончилось. Ты можешь тут в сундук положить дерево, которое добывал? Да, сейчас. Закину. Ну пока там можно достаточно, пока пару грядок, не надо все. Ну просто я на будущее поставил уже, чтобы потом понимать, что нам еще надо сделать. Если одно дерево ломаешь, то быстрее, типа обычным методом. Ну это понятно, да. Так, ну все, у нас больше нет семян. В принципе, все полилось. Отлично. Вот эти семян штуки, чего? Короче. О.
О, у нас ящик переполнен, все, я не могу ничего выбрать на него. В смысле? Ну, в прямом, 120 и 120 указано. Нихера. А мы вообще там ничего у нас не лежит почти. Жесть, ну давай, ну, еще да. Один сундук тогда будет для... Уже светлеет, давай пойдем спать, а потом... Давай. Ложись быстрее. А ты не можешь не выходить из робота, чтобы лечь спать? А, да? Да. Прям в роботе спать. Красиво. Конечно. Прям в роботе спать. Да. Блин, красота, конечно. Да. Не могу нарваться на ваши вчерашние украшения. Так, я сейчас сделаю сундуки тогда еще. Для ресурсов тогда. У нас... А, алюминий появился, пойду соберу. Я пока только что-то в этот раз его мало появилось, как бы только... Но они, наверное, не сразу появляются. Ну тогда у нас появилось сразу много его. Да. Сколько мы там собирали, до хрена. Я прокачал себе пилу. Ты крестёныш, а ты... Ну я... Нет, я сейчас тебе тоже сделаю. Я буду сейчас тебе тоже делать. Я изготавливаю. Ну, у нас масла резинники нет, поэтому я не могу изготовить пока что. Нам нужно... А, вот как раз резинника собралась. Выросла, точнее. Понял, зачем тебе резинника нужна? Там, короче, типа, чтобы делать алюминиевые детали, нужна резинника. Вот. Подожди, там же какое-то было простое улучшение. Сейчас, может его тоже качнуть? Что это? Алюминиевый... А, растительное масло. Сейчас я быстро сделаю растительное масло. Чтоб проще сажать было, потому что что-то сажать прям вообще, ну, типа... А вот я когда прокачиваю, у тебя не прокачивается, интересно? Я говорю, когда я прокачиваю. Нет, а с чего бы у меня прокачивать? Получается, мы сейчас, ну, типа, у нас мощнее пилы становится, сейчас деревья должны намного легче рубиться. Ну, у меня, например, так, сейчас. А мне как улучшение получить? Ну, пока никак, я жду, пока изготовится масла. Да, они уже выпали, а сколько тебе надо? Да это не те масла еще. Это для другого нужно. Мне нужны другие масла. Мне нужно алюминиевые детали делать, а нужны масла-резинники. Для этого я собрал масла-резинники. А эти я сделал, чтобы посадить сейчас новые. Типа, сейчас, чтобы купить себе улучшение. Ну, давай ты купишь улучшение, чтобы честно было. Купи первое себе улучшение. Для что семена. Первое? Семена. Нет, ты куда вышел-то? Ты не выходи. Так, что ты говоришь купить? Первое, там с семенами, которые... Прицел семечка мята? Да, там получается 9 тысяч. А что там не хватает? Не хватает масла. Масла чего не хватает? Растительного, 3 штуки. Сейчас я положу в этот. Блин, а куда положить? Дабы... Ну давай сюда положу. Вот сейчас пробуй. Ну, сейчас нормально. А зачем мне прицел? Семечка мята, ну ладно. А, можешь целиться одновременно, ну хорошо. Так, получили. Давай. Что? Оно сразу, ну, как бы ставится, или мне его еще что-то нужно сделать? Не знаю, я еще не проверял. О, тут можно роботы тюнить как-то, типа, зеркало, что-то менять можно. Ну, красить, наверное, как-то можно будет. Не, тут прям вот снимаешь вот запчасть. Кидаешь, наверное, сюда, не знаю. И что выбрать, как ее, что делать то ладно, я пошел. Понятно. Пока деревья порублю. О, интересно, я могу робота использовать без этого? Без стекла не могу использовать, да? А не деревья подрублю,
А пойду камни вот эти красные Так. соберу. И чё, Я ж... где у меня тут прицел? Семечко мёта. Ну, чё-то появляется, да. Так. Палить не забудь, что ли. Что это? Пересинка. Чё я не забудь? Палить. А, палить. Полип. Так, ну давай еще попробуем посадить эту резину. Что-то я не понимаю, как она работает. Получилось? О, ни хрена, прикольно. Смотри. Иди сюда. Я собираю кристаллы. Я, короче, как в этом. Просто ставлю цель, а потом он разом все стреляет. Да? Точнее, разом он как типа быстро. Пу-пу-пу-пу. Прикольно. Нормально, потом еще дымак такой. Идет. Капуста. Все, я посадил резину, две штуки. Я покормил каких-то там чувачков, по-моему, крыс опять этих. Что? Сейчас пойду вот змей кормить. Мы кормим, они что-то дают? Да не знаю, может будут давать время. Потом, я не знаю пока. Я иду змей кормить. Так, а что, надо построить площадку торговцев? Надо, да? Все, я покормил. Накормлено выводков, написано 2 из 3. Может, надо все 3 покормить выводка? Блин, а им тут нужен крутой корм. А где еще выводок? Надо еще один найти выводок где-то тут. У тебя ты пилу прокачал? Да. Так может ты красный камень этот Я уж собрал. А, ну все. Я еще выводок ищу. Тогда надо... Надо тогда это самое... Вот торговый этот пост построить. Да, сейчас я приду. О, прикинь, зоркий глаз. Я так понял, что может зоркого глаза типа удваивается ресурс. 9 а, вообще. Кстати, да. Как будто бы да, мне тоже так показалось. 13. Ой, я алюминий нашел. А это кто? А, во, я нашел еще. Я нашел еще одно гнездо, которое надо покормить. Но мне нужен корм, а для этого нужен опять этот. Резинника нужна. Там нужен крутой корм. Че себе, мне за то, что зоркий глаз вместо 2 угля дали 10. Не-не, это она суммируется. Если ты много собираешь, она просто суммируется. Не, ну я с одной собрал, мне 10 штук. Потом я пошел вторую собрать, там у меня перка этот не применился, и там я собрался 2 штуки. Я осколок живота нашел. Какой живот? Камень просто сломал, а там был осколок живота. А, это что, еще камни в что-то может найти? Ага. 12 камней собрал с одного храма. Камень, будь осторожен, потому что он тяжелый. Ну, я пока что, уголь какой-то набрал. Не знаю, для чего он мне нужен, но... Собрал уголь. А сколько у меня уже? 41. О, я наверху вижу какой-то мост, и там еще цветок красный. Так, всё. О, а вон алюминий там, да. А, все, так, вижу. Смотрю, тут прям препятствие нужно пройти какое-то. Бег с прыжками. Интересно, это с твоей стороны нужно идти или отсюда? Не, с моей стороны не заберешься. Так, тогда получается с моей. Я упал. Я как блинчик упал. Да я скатился с горы. Скатился. Скатился. Так. А я поднялся. Бегу. Хорош. Бегу. Так, прыжок. Оп, перепрыгнул. Отлично. Опять скатился. Собираю алюминий.
Блять, с пылесосом собирать, он что-то не хочет собираться. Так, иду по мосту. Ой-ой-ой-ой, падаю. А, ой. А, ну ты, в принципе, туда и собрался, там где-то этот цветок должен быть. Ну, я туда еще не забрался, мне еще далеко. А тут как ты сюда залез? Ну, мне тут отсюда еще далеко. Я тут огромная скала, я не заберусь. Я скатываюсь. Блин, у меня перегрузка. Что бы выкинуть? Я упал. Вес 0. Волокна, что ли, пока выкинуть? Да, они вроде как не сильно нужны, можешь выкинуть. Да блин! Как мне их выкинуть? Нет, не могу я залезть туда. Не можешь? Значит, с той стороны все-таки надо через эту полосу препятствий. Нихрена ты мне скинул волокон. У меня 56 килограмм, все, это уже на перегруз. Я уже вообще не могу ничего делать. Я уже перегружен. Я попробую сейчас вот с этой стороны еще раз зайти, мне просто... Да все, пошли спать уже. Пойдем. Где наш дом-то хоть? А, вот прям рон по прямой. Ну тут удобно, метка есть. Я предлагаю сейчас достроить этот пост. Да. Торговцев, который. А в следующей серии открыть какую-нибудь локацию, например, еще одну. Давай. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я очень медленно иду, потому что не могу бежать. А я уже на месте. А вот так вот. А вот так, ну, вот. Да. Пока капусту полью. Полей капусту. Наверное, и другие растения тоже нужно полить. Да не-не-не, только капусту. Ты чё, меня обманываешь? Я? Человек. Не обманываю никогда. Чё там у нас? Надо еще эти делать. Масла, резинники. Так, чё? Это поставлю. Отлично. Поставлю. Так, и еще я бы сделал чуть-чуть так. Хорошего корма мне нужно. Нахрена. Три хорошего корма, подтвердить. Отлично. Так. Так, чё, я робота припарковал и иду спать. Мне надо все разгрузить. Зачем факел тут стоит? Ну красиво же. О, кстати, да, мне тоже надо робота разгрузить. Осколки жода, что это такое? Ну ладно. Красный кристалл. Семена. Так, вот это уже занят. Мы уже два ящика заняли, охренеть. Да? Или нет, почему? Путаешь. А, ну ладно, сейчас теперь. А? Вот, теперь два ящика. Теперь у нас два ящика занят. Жесть. Нам нужно срочно как-то эти ресурсы тратить. Алюминиевые детали. Да зачем просто ящики будем увеличивать, все, не критично. Дай-ка я эту желудь. О, кстати, смотри, я тебе покажу, как работает эта штука моя. Смотришь? Сейчас, секунду. Давай. Смотришь? Да, да. Нормально ты. Теперь полить надо. А полип сколько стоит? У тебя вода есть? Можно ли тут сразу типа поливать все? Можно запускать большую низкую одновременно. Да, алюминий детали. Но я тебе советую лучше пилу прокачать. Поэтому. Ну я понимаю, да. Ладно, давай спать ляжем. Давай, давай. Полип. А вода, что надо? Ты уже все полил? Железно. Да? Ничего, поливать больше надо. А больше нам. Ну у нас же еще есть семена, посади еще. Капуста у нас есть. Где? Yeah.
Да, освободи ящиков. Я пока деревья посажу вокруг нас, чтобы потом... А, у меня как раз получается два... Ой, надо вот набрать. Два семена этого... Капусты. Ой, точнее, это... резиники и семь капуст, которые у меня. Цветок. Цветок хочу вот здесь посадить. Где-нибудь а, вот здесь не знаю, там пускай растет. Так у нас как все странно, у нас ну, что такое, да у нас одна капуста здесь лежит и да резинника. Пофигу, что какая разница, а тут две резиники и одна капуста, ну и вся капуста. Ладно, давай спать. В следующий раз проснешься, и у тебя уже улучшение для пилы готово. Да? Угу. Ё-моё, ни хрена себе. Восстановлен источник ресурсов. Прикольно. Даже два плюса. А что, а что будет третье? Там что, не знаю. Доброе утро. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Знаете, я благодарю судьбу, что мы встретились. Вы, наверное, не ожидали такое услышать, но... Раньше у меня не было даже осознания того, насколько мне одиноко. Поболтать можно было разве что с собой, а слушатель из меня никчемный, уж поверьте. Семена сорняков скоро заполнят. Спасибо, что помогли. Слышишь? Я семена. Там есть. Семена сорняков скоро заполонят ферму, написано было, надо что-то делать. Да я их уничтожаю. Давай. Все. О, у нас выросли, кстати. Что выросло? Да, семена сажаю. Тут. Что? Семена тут летают. Откуда они? Это что это? Кто летает? Семена. О, просто, смотри. А что? А как? Что происходит? Нет, их вакуумником собирай. Откуда они? О, их в полете можно ловить, а какую-то токсичную коробочку дают они. А что это? Все? О, угроза нейтрализирована. Это, видимо, какая-то микроигра, я не знаю. Как это была метеорологическая это, борьба. А. Мы боролись. Вот иди его пилу как... прокачивай свою, блин. Блин, пойду, блин. Блин, давай, иди, блин. Все, пришел, блин. Давай, блин, прокачивай пилу. Блин, где пила, блин? Че там тебе не хватает? Паста... Алюминиевые детали одна штука. На, дал. Все. О, теперь я вообще мощный. Посадишь? Токсичная коробка. А как выбрать инструмент? А, это... Посадишь? Попробуй. Посадишь семена новые? Да, да, да. А я попробую прокачать. Смотри, а сколько ты... там. Там наверное, не хватает, но ты я хочу посмотреть. Ты собрал это, или что? Да, я собрал. Что сделать с токсичной коробочкой? На ее можно очистить. Использовать для токсичной спор. Ну это какая-то фигня, потом разберемся. Ух ты, блин, тут у меня семян резиники. Ой. Посадить 100 семян. А-а-а. Подожди, только не поливай. Что у нас? Только не поливай. Я не поливаю. Не поливай. Я посадил, но... Так, а у нас что, больше семян нет, что ли? Сейчас попробуем. У меня новая фишка есть. Какая? Смотри, смотришь? Подожди, да, смотрю. Ого. Это что такое? Ё-моё. Охренеть. Это надо больше воды. Это ты не... А, воды не хватит. Да.
Прикольно, да, теперь сферы? Ты, короче, сажаешь, а я теперь поливаю. Мы потом тебе тоже сделаем. Просто не все сразу. Смотри, я все поливаю просто. Ну ты жесткий, конечно. А то она тоже еще поливает, да, вот это. А надо новую, надо воду. А тебе на сколько хватает грядок? Ну вот сколько я, на три. Три. Интересно, можно емкость? Да, можно. Блин. Че, не справился с управлением? У меня запущен аварийный алгоритм. Какой же? Да тут неудобно просто. Покатился. Лапку. У меня алгоритм запущен. Да чё, блин, я упал. Ну по кайфу? По кайфу. По кайфу. Нам уже алюминий еще. Ну хотя у нас еще много алюминия. Алюминий. Алюминий. Алюманию. Так, ну чё? Я пошел последний выводок покормлю. Так, семена я взял. Наверное. И на этом мы, наверное, да, заканчивать будем уже. Ну, наверное, да. На последнем выводке. Ну, этот день доиграем. В этой серии. Ну да, тогда. Да, в следующей серии тогда, да. Ну, на самом деле интересно посмотреть, что там вот в соседних биомах творится. В соседнем селе. Да, о, капуста. Капусту собираем. Пылесосим капусту. А, ты тут со мной? Ты пошел посмотреть на выводок? Ну, конечно. Там прикольный выводок, пойдем покажу. Они очень крутые, мне очень понравились. А чё, подожди, стоп. Чё такое? А чё такое? Да я тоже смотрел, я не понял, что это такое. Нет. Да, тут все столбы так из этого стоят. Я подумал, может быть, тут проводок можно красный порезать. Mm. Ты хочешь выбрать красный или синий? Да. Что ещё? Смотри, какие прикольные стеблехвосты. Ща. Я капусту тут собрал. Ой. Ты где? Так, ты пошел прямо и направо. Ты уже их накормил. А, надо надо их сразу все три накормить, да. Ни хрена себе. Тогда я пойду сейчас еще за кормом. Ой, я капусту вижу. Оп. Мне кажется, алюминий накопился. Накопился? Угу. Потому что красный камень появился тоже. Я пойду проверю алюминий. О. Еще капуста. Ё-моё, тут капусты. Ага. Она вообще как раскладилась, как вообще не в себя. Ой, я что-то красное нашел. Камень, наверное. Да, алюминий появился. Ой, тут нужна шипастая пила. У тебя шипастая же есть пила, нет? А, да? Ну, может быть, я не знаю. Может быть, это следующее какое-то решение. Да. Ё-моё, я 8 алюминия с одной штуки собрал. Это из-за этого, из-за перка? Ну, возможно. Ну, он просто, как я это понимаю, ты когда это, он у тебя срабатывает, он у тебя там прям значок появляется. Это ага, дерева, да. Вот, сейчас опять сработал. Жесть, у меня уже 30 алюминия, прикинь, я 4 штуки собрал всего лишь. Есть. А я тут капусты хожу, насобираю, уже 19 штук собрал. Или сколько? Да, 19. Только я что-то не понимаю, у меня вот написано справа, что я собрал 8 штук, а прибавилось только 3, сколько по факту было их там. Как у меня перегрузка. Как это понимать? Ну, справа это написано что? Суммарно, сколько у тебя в корзине, я так понимаю. Или ты одновременно сколько собрал? Нет. Ну, хрен знает.
Ну да ладно. Я уже пошел на базу, потому что меня нету. У тебя нет? Ну нет у меня. А где у тебя? Дома собой. А, вот животных здесь покормить надо. Все, я понял, сейчас я их накормлю, еще один выводок сейчас накормлю. Этот корм у меня есть. Мать Тереза, будем всех накормить. А, на лугах отдельные выводки? А. Интересно. Это мне сколько так кормить-то надо будет всех подряд? Ну это, блин, чисто этот... Я целый день, блин, буду ходить просто и кормить. Да. Нам нужно дом строить, потому что палатка больше не прокачивается. Да. Так. Так. Мне нужно, получается, 6 корма. Так, надо его положить, во-первых, сюда все, что я собирал. Блин, жесть, у нас реально сундук забился уже. Да и не один, я тебе скажу. Что... Ага. Капуста. Это сюда, и это тоже сюда. Так, я взял, в принципе, корм, я пошел кормить. Бегу! Надо успеть всех накормить. А ты красный кристалл еще не выложил? Выложил. А чё, почему он пишет, что его нету? Он типа далеко так. Я тогда не этот знаю. Пункт для торговли строю. Давай. Все, готово. Построил, да? Дождаться торговца, дождаться написано. Торговца. Блин, там может быть сейчас торговец прилетит, а я не успею это заснять. Ну ты, блин. Жаль, но я тебе расскажу потом, какой он будет. Я 3 из 3 накормил. Ничего себе, торговец, как он прилетел, блин. Правда? Я его вижу, как он летит, охренеть, смотри, там такая это. Да где? Ты обманываешь? Где летит? А вон, смотри на планету, там что-то над ней голубое такое перемещается относительно всех. Не вижу. Ну вот на разноцветную планету видишь, там огонек такой светлый справа от нее. А, да, да, прилетает, летит, летит. Вот что это, торговец летит? Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 он приближается, смотри. Да, да, да. Это метеорит! Он как будто просто куда-то в сторону летит, нет? Не, летит, летит. Сюда, думаешь, летит? А хз. Может, надо встать? Что, он тебя раздавил? Оп. Да. У нас этот передатчик включен. Короче, если будет прилетать поближе, ты мне скажи, хорошо? Хорошо. Да как я пойму, но вот он сейчас вот его нет, а потом он хоба и весь. Я просто покормлю еще животных. Ну давай. Животинку. Животинку. Желатинку. А где еще один выводок? Вот этих а я вот знаю. Там у горы ты покормил, который вот дерево. Дерево покормил, да. Вот еще один должен быть, да? Какой-то выводок. Я не знаю где. Не знаю. А где-нибудь тут не искал? Вот надо найти еще один. Именно на лугах? На лугу, да, еще один нужно найти. Давай поищем сейчас. Так, а вот оттуда, откуда мы пришли? Ты заметишь, животные будут там какие-нибудь интересные.
А что нам это даст? А я вот не знаю, я уже один выводок накормил. В сосновом лесу, или как он там Ой, я называется? нашел алюманиум. Алюманий? Алюмания, Причем хорошо. три штуки сразу. А, ты туда пошел, да, значит? Ой, мне 10 болванок дали за одну залежь. Деда дали тебе. Чего тебе? Деда Кого? Дали тебе, да. Деда? Деда тебе дали? Нет, деда не дали. Так, луга, я еще на лугах нахожусь. Хорошо. Я тоже на лугах. Главное не заметить, чтобы ты не оказался не на лугах. Точнее, заметить, если вдруг ты окажешься не на лугах. А как понять? А, ты... Вот, дальние утесы. Нет, дальние утесы мне не нужны. Ты зашел, у тебя миссия? Да, я только зашел. Я ничего не хотел сделать. Ой, что там синий хочу светиться такое? Где? А, это дерево. Ну чё, у тебя ничего? Mm-mm, пока не вижу никаких признаков. Где же эта животина? Возможно, вот это. Сейчас, возможно, я ее вижу. Да, скорее всего. Можешь возвращаться, мне кажется, это она. Очень похоже. Я покормил. Ой, что-то собрал. О, новое сооружение дали, смотри нам. Ну, это какое-то дерево новое срубил. А, ты? Ну все, давай спать. Я думаю, что нужно уже спать, а то ночь все-таки. О, янтарь на больших деревьях. Класс. Пойдем? Идем, иду. Идем, иду. Иди, идем. Я бы, конечно, хотел бы очень сильно ускорить своего робота. Блин, уже солнце встает, быстрее надо спать лечь. Я бегу. Быстрее! Прям с роботом вместе. Бух. Yes. Надо, чтобы просто восполнились. Так, и что дает? А-а-а! Я накормил три выводка. И ресурсы восполнились, все три. А, типа, чем больше мы кормим, тем больше ресурсов восстанавливается. Ну, да, да. О, механика ясна. Надеюсь, вы хорошо выспались. И реально, смотри, все. Смотри, реально все восстановилось. Да. Теперь все понятно. Короче, ну, здесь, в принципе, не особо много всяких ресурсов нам нужных, поэтому нам нужно будет, скорее всего, кормить только... Ну, здесь не так много алюминия, там больше много алюминия. Да, тут смотри, что сколько вон. Причем, ну, тут плюс в чем, что это все рядом с базой прям. Ну и да. Ничего не нужно искать. О! Я сразу же один выводок накормил. Крысобласки. У нас два выводка рядом с нами получается. Мы можем сразу два кормить, а и у нас будет плюс. Торговец, кстати, так и не прилетел. Пес. Ладно, что, давай завершать? Да. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы продолжим. И мне очень зашла игра, очень крутая. Надеюсь, вам тоже понравилось. И все, всем спасибо. И пока. До новых встреч.